Друзья, добрый день. Меня зовут Лисинок Евгений. Я руководитель сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас нахожусь в Таиланде, регион Паттайя. Отель, который мы будем осматривать с вами, Централ Мираж Гранд Паттайя Ресорт. Отель интересен своей архитектурой. Он сделан в стиле индейцев майя. Соломенные крыши. Все деревянное. Сейчас сами все видите. Я думаю, вам очень понравится. Так, где-то здесь был у нас аквапарк. Это, наверное, спа у нас. Ага, вот есть ступеньки. Вот и побежали по ним. Территория отеля большая, красивая, зеленая. Это ресторан снизу, видите, для обычных гостей, которые не в клубных номерах живут. Видел, где-то вот здесь слева аквапарк. Сказали, что аквапарк больше для тинейджеров, для детей. Для взрослых он будет не так интересен. Отель семейный, ориентируется на семейный отдых. И вот он наш Lost World Adventure Land. С 10 тату в 11.00. Еще что-то начнется Magic Bug в 15.00. Будут что-то готовить. Хопа! Пришлось перелезть через забор, чтобы вам зайти внутрь и поснимать всю эту красоту. Подсказал мне местный. Говорит, перелазь через забор и снимай все, потому что он пока что не работает. Видите? Полоса препятствий. Большая, такая интересная. Здесь будет детям очень интересно пройти. Ее она сложная. Здесь какая-то вот еще аттракцион, видите, сверху катают. Вот так вот. Окей. Ага, здесь у нас... Здесь вода, он ли... А, это просто горки. Видите, какие закрученные, высокие. Прикольно. Ну да, детям здесь будет, конечно, очень весело покататься. Номер 816. Кондиционер центральный, есть вентилятор на потолке. Плазменный телевизор, чайный уголок, душ находится вот здесь, вот ванны нету. Душевая кабина, тропический душ, туалет отдельно настоящий, халат и сейф, тапочки. Часы. Балкон большой, на балконе два шезлонга. У них нету номеров без вида на море, поэтому любой тип номера будет с видом на море. Вот она территория, пляж у них не собственный, городской. Там стоит 16 шезлонгов. Это у них аквапарк, зона отдыха для детей. Чик. Холодильник, открывайся. Бар в холодильнике. И вот такая интересная штука у них, смотрите. О, да. Можно посидеть.
Это клубный лаунж. Здесь только для тех, кто живет в клубных номерах, которые мы смотрели сверху. Видите? Здесь можно покушать. Тут игровая комната, судя по всему. У них 50 бат в час стоит игровой, если вы хотите ребенка в детскую комнату. Но это просто игровая комната при ресторане, чтобы детки могли здесь поиграть, пока вы кушаете, например. Это только для клубных игроков. Здесь есть горка. Сейчас постараюсь успеть еще сделать там Sony PlayStation, судя по всему, PS4. Еще одна зона для отдыха. Это уже для более взрослых детей. Здесь, видите, футбол, PlayStation. Весы, тапочки, чайный уголок. Балкон такой же, как в соседнем номере. Здесь уже две кровати, центральный кондиционер, плазменный телевизор. Все то же самое. Коврик есть возле кровати. И вид на море. Душевая кабина с тропическим душем. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я с удовольствием вам забронирую отдых в данный отель. Расскажу все нюансы по этому отелю, потому что здесь есть определенные тонкости по типам номеров, по депозиту. Хотите узнать подробности? Обращайтесь, я буду рад вам помочь. 13-12, тип номера клубный, судя по всему. Чуть ниже, чтобы я помню, первый увидели. У нас есть клубный лаунж на 12 этаже. Так, в клубных номерах в стоимость этого номера входит уже посещение этого клубного лаунжа. Оно бесплатно входит в стоимость. И гости завтрак выбирают, где им позавтракать. Либо в главном ресторане, где для всех завтраков. Отдыхает у нас с взрослыми детками либо перекуса. Чтобы вы понимали, это наподобие all-inclusive, но такая очень легкая версия. Все в стиле пальчиковых сэндвичей. Песчаный пляж хороший, тоже у них понтон есть, видите, вокруг. Аквапарк. Покрытие здесь плитка и деревянный пол, большая кровать. Смотр на потолке, кондиционер центральный. Сейф. Так, это мы зашли внутрь. Cup and Cup. Это кафе у них. Это детская зона, кинотеатр. Дети здесь могут посмотреть фильмы. Вот то, что я говорил, здесь стоит 50 бат один час. Кухня детская. Здесь детки делают себе пирожное. Ну, хорошая игровая комната, крутая. Майки рисуют. Ага. Сами. Окей. Вот такая вот игровая зона. Это бар.
Это ресторан. Он уже закрывается, но... Давайте так, забегу. Покажу, какой он. Тоже все хорошо, все чисто, красиво. Он большой, здесь 19 этажей. Красивая зеленая территория. Хороший отель. Пляж мы, в принципе, видели в соседнем отеле. Он будет такой же. Зона для отдыха. Видите, много тут шезлонгов. Вы можете в тенечке, на солнце, как вам хочется, полежать, позагорать, отдохнуть. Водопады. Хочу еще бассейн вам показать. И на этом все. Вот он, бассейн. Большой, красивый, с баром. Статуя слонов. Слонов в Таиланде любят, как вы уже поняли. Красиво. Хорошая локация для фотографий. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.